В Якутии заготовили четверть годового запаса сена. На сегодняшний день на угодьях скосили 123 тысячи тонн, что составляет почти 25% от запланированного объема 493 689 тонн. Лучше всех с планом справляются в Жиганском районе, заготовив 105 тонн. Следом идет Жатай, там выполнили больше половины плана и скосили 24 тонны. Всего на сенокосных работах задействовано 34 тысячи человек, работает более 10 тысяч тракторов.